Ты гангстер и под хаус бит, совсем не свербит, наоборот, качать свистит, как чайник мой голос ушает. Бустер. Девушка оценивает бустера, показывает бустера прохожим, бля. Это что, Дина опять, ебаный сыр, бля. Бля, Дина везде мою фоточку оценит. Ебать, на Дину похоже, ну, да? Ну, такое себе. Хотите посмотреть? Ебать, охуела, бля, сразу, что за хуйня? Братан, вырезай нахуй, бля, перезаливай видос, бля. Да ладно, шучу, ребят, как говорится, знаете, блядь. Go forward. Можно попробовать? Могу, бля, чуть поинту, бля, загриндить. Все, мужики, бля, сегодня будет машина, блядь. И сегодня, бля, ждите видосик, нахуй, ребят. Сегодня ждите видосик, бля. Новый разрывной видеоматериал, бля, очень достойный, блядь. Я надеюсь, вам зайдет пиздец, как. Вот честно говорю. Надеюсь, вам очень сильно зайдет, бля. Бля, я доволен, нахуй. Слушайте, вот, Дрэк, вы бы хотели с ним отношений? Не на суке, а пропуск А там два пизда ебала, я аж от смеха порвало, я ему, блядь. Давай, нахуй, девчонки, бля. Че там, меня засрали, бля, или че, нахуй? Он снимается в порно. В порно снимаюсь, блядь, и че, нахуй? Здорово, чуваки. Я только сейчас на монтаже понял, что я не записал начало для этого видоса, но, в принципе, сказать мне особо нечего. Разве только что вот это ебало вы будете, скорее всего, видеть часто, как минимум раз в неделю, поэтому... Было бы странно, братан, если бы, блядь, на твоем канале, блядь, другое ебало видели. Это вообще бы интересно было, интересный момент, так сказать. Че, поэтому, блядь? Короче, специально для стримеров. В этом видосе нету банов и... Бля, кстати, о, надо было чуть-чуть начать с видоса смотреть, и как бы вот бы тебе ответ на вопрос был бы. Вообще сейчас типа видосы делать с банами, это уже такое, потому что сейчас на стримах все смотрят и так далее. Вот это, кстати, я тоже хотел себе бандану купить, я хотел себе бандану попробовать чуть. Бистикс, брат, спасибо тебе большое, спасибо тебе, Пашок, спасибо тебе, родненький, спасибо тебе, сладенький, спасибо тебе, мой лакомный кусочек пениса, ебать. Спасибо тебе, братанчик, 364, слышь, ебать, просто залетел нахуй с ноги, просто, бля, в чат ворвался, ебать, калитку вынес, бля, родненький мой, бля. Спасибо тебе, братан, Бистикс, спасибо, Паш. Спасибо, спасибо. И в этом видосе нету авторского права, поэтому можете спокойно его смотреть. Ну, либо дать сначала модер. Бля, красавчик, в этом плане красавчик. Поэтому, если ты модер, братан, мне тебе жалко, тобой пользуются. Пиздец. Приятного просмотра. Я не давал смотреть модер, я дал свои шестерки посмотреть. Строго посмотрел, а теперь не написал, что все нормально в видосе. Нормально? Оп. Ой, блядь. Как вы думаете, чем он занимается? А он может быть менее пафосным? Ебать, я здоровенный. Каким пафосным, нахуй, я сама скромность, блядь. Че он несет? Такое на фотку показала, блядь. Просто интересно. Ой, какой пафосный, ебать, просто чуть-чуть клюв повернул и все в тачке, блядь. Это фотка, блядь, с тачкой где? Это полная хуйня, это нечестно, блядь. Хуйню несет, блядь. Какой пафосный, блядь. Я говорю, я самый стеснительный, блядь, вообще на земле, нахуй. Не, я, кстати, реально, бля, особо без выебонов, бля. Ну, я не знаю, те, кто ко мне подходил хоть раз фоткаться в жизни, бля, они как бы понимают, что я вообще со всеми налегке общаюсь, блядь. Ебать, я здоровенный. Steel Game Center, брат, спасибо большое. Я еб... Так, он мужчина такой, да? Мужчина? Ну, он... 15? 17? Чего это? Они про сантиметры, бля, ничего, охуели, какие 17, бля, 25, ебать, причем, блядь, вообще в проруби, нахуй, в леденющей воде, бля. По пизде, реально, блядь. Какие, нахуй, 15-17, блядь? Ёбнешься, блядь, там 15-17 есть только от залупы считать до кончика, блядь. Блять, в пизду, бля. Когда сервер рукташки, ребят, третьего, или, по-моему, третьего, блядь, по-моему, третьего, да, 3 июля, мужики, залетаем на мой сервак просто, нахуй, выстраиваем там свой, бля, город, нахуй, это реально балдеж будет, поехали. Нет, на самом деле не 17. 15? Вот, можете... Какие, блядь, 15? Чё, ёбнулась, блядь? Кстати, вот его инстаграм. Почему он как пафосная сучка? Какая сучка, блядь, ты сама сучка, блядь! Чё за хуйня, блядь? Один вопрос. Нет, ну, блин, конечно, БДСМ, видно, ему нравится. БДСМ? А вы знаете, как... По пизди, блядь. Переводится БДСМ. В следующий раз, блядь, пойду снимать видос, нахуй, с её фотки пойдем оценивать, блядь. Слышишь, блядь, парк Горького, блядь, ходить. Ну, знаешь, что там делать надо. Нет, на самом деле БДСМ переводится «Будьте добрее с матерью». Вот это грамотно, слышь, расшифровал девчонка, а нет, у нее сразу в голове фантазии, бля, как экстрапонин, бля, просто нахуй ремешками, бля, в попу трахует, бля. Мамочка, парень, если ты качаешься, ты, конечно, молодец, но меньше такого, пожалуйста. В смысле меньше такого? Блин, я вообще не шарю за формат, нахуй. Кто качается, блядь? Во-первых, я не качаюсь, блядь, это просто генетические одаренности, блядь, мои здоровенные, блядь. Это бабочка, в смысле меньше такого, больше такого, ёпта, я только сегодня фотку новую загрузил, блядь. Девки губы в зеленке, блядь. Ебать, конечно, помада тоже мощная, я ебу, блядь. Ты кто, смурфик, блядь, своим этим, блядь? Хм, красил, блядь, колпачком, блядь, или что? Как будто у тебя подмышки вспотели, ты проветриваешь. Ебать, шутница, я ебу, блядь. У кого еще подмышки вспотели, нахуй? Слышь, футболка короче, блядь, чуть ли не по плечи, нахуй. Вентиляция, пиздец, блядь. Небось еще ножницами дырку прорезала, блядь, чтобы потняк не тек, ёпта. Ладно, на самом деле он милый.
О! Вот с этого надо было начинать разговор, блядь. Хуйни нанесла какой-то. Все другое дело, то, что свои слова брат забираю. По 10-бальной шкале. Это, конечно, странно оценивать человека, но, в принципе, похуй. 8-7. Трусики, я пропуск трусики. А что засмеялся? Трусики слетели в любом случае. Молодец, блин. Мне нравится повязочка. Очки мне тоже нравится, ебаный Сереж. Не просто так таскать, но уж не её, блядь, этим клей-моментом, блядь, приклеили, ебаная попа, блядь. Как у моего бывшего повязка, блядь. Бывший, блядь, её, привет, бартанчик, блядь. Если чё, отписывайся, блядь. На самом деле, как у него бывшего? Хорошее сочетание в одежде. Очки идут ему. Ему очки, да, очень сильно идут. А еще мне нравятся у него брови, они хотя бы... Ну, он красивый мальчик, на самом деле. Ну, он вообще симпатик. Спасибо, бартан, ты тоже ничего, я бы твою попку, блядь, так бы разрыхлил, ебать, граблями спахал бы, блядь, твой земельный участок, блядь. Отличный. Ну, не на этой фотографии, мне не на этой, да? По 10-бальной шкале, я понимаю, что это немного некорректно, по 10-бальной шкале судить человека, но все равно. 6.5. Чего, блядь? Здравия желаю, боевые единицы, сейчас я бы хотел вас ознакомить с таким сайтом, как GiveDrop. Для начала хочу показать вам, насколько тут много бонусов, вы только посмотрите. Ежедневный, разовый, розыгрыш и многие другие. Все сможете рассмотреть, когда зайдете на сайт. Далее тут имеется офигенное колесо, называется оно барабан бонусов. Тут вы сможете бесплатно в 3 дня крутануть барабан, но для вас в описании и в закрепленном комментарии будут промокоды именно для этого колеса, которые вам стоило бы юзануть. Как это все работает? Вы крутите колесо один раз, потом вводите промик снизу и крутите еще раз. А если вы заметите, то я вам даю целых 3 таких промокода. Ссылка и промокоды будут в описании этого видео, а также в закрепленном комментарии. Ребятки, прямо сейчас я вам предлагаю открыть парочку кейсов. Этот быстро, еще разок быстро. Окей, за 230. Теперь идем в спецназ кейс. Два раза спецназ кейс быстро. Раз. 1300 рубасиков. Отлично. И еще раз быстро. Супер. 1626. За сколько нам выпадет контракт? Золотой карп, 1861, супер. То есть, блядь, я за половинушку, она за что мне накинула? За повязку, грубо говоря? Что за 6, нахуй? 6, блядь, убери. Можно в следующий раз вообще 6, если будешь еще мою фотку показывать, убирай, нахуй, 6. То есть, по 10-бальной шкале, кроме 6, блядь, я не 6. А ты что думаешь? 10. 5. Чего, блядь, ты че, ёпты, блядь? Какая 5, блядь? Может, я ошлышался, может, по 5-бальной шкале, а там мне 6.5 въебало, блядь? Что за хуйня, блядь? Что за пиздец? Ну, серьезно, я бы ему 9 дал. Да? Честно сказать, был бы я, ну... Знаешь, он выглядит так чисто сфоткой, так, чтобы она поняла, кого потеряла. У меня просто бывшие все такие, его внешности, поэтому такой. То есть вы поняли, это из разряда, бля, ну просто, то есть, она, блядь, понимаете, то есть ее как бы бывший там, ну туда-сюда, бля, как бы, она мне, она отыгралась, да, понимаете? Да мне вообще похуй, блядь. Понятно, просто это, то есть, просто исходя из внешности, она мне как-то, блядь, так как левитала, блядь. Ой, из внешности, из того, что у нее был уже, так сказать, опыт, блядь, ну, с большими членами, с большими яйцами, блядь, так сказать, негативные, блядь, вот и все. Равновешенной психикой мужчина снимает видео, записи выкладывает в интернет. Павел Мельников подробнее о весеннем обострении и его последствиях. Никто бы и не узнал о проделках, если бы он сам... Поняли, да? А, это парень, слышишь, ее парень кидал ей, блядь, мои стримы, ебаный сыр, блядь. Братан, здорово, реально, просвещаешь, блядь, ее нахуй. Красавчик, блядь. Точнее, просвещал, блядь. Ну и похуй, слышишь, она им 5, братан. Все, что. Она им 5 поставила, блядь. Не зря расстались, блядь. Все, что не делается, что к лучшему, блядь, найдешь лучше 100 раз, братан. Я тебе, бля, говорю, нахуй. Вообще не расстраивайся, блядь. Вообще похуй, блядь. Да, что он стример? Для особых случаев он всегда носил с собой огромный нож. По полицейским сводкам. Если что, блядь, Twitch, это я распаковывал коробку, блядь. То, блядь, подумайте. Это примерно так же выглядит, мне кажется. Мамуль, не урчи, я тебя люблю, бом-бом. Я бы так же маме звонить, маму, не урчи, я тебя люблю, мур-мур-мур. Ну, по факту, я маму люблю, я вообще каждый день звоню и напоминаю об этом, блядь. Она, конечно, не забывает, но я все равно напоминаю, блядь. Любим людям всегда надо напоминать, что вы их любите. Сейчас покажу, как это работает. Катю! Катю! Принеси поесть! Я шучу, я тебя люблю!
И сделай кофе. Скинь денег. 6,5, да? Оценочка. Да. Спасибо большое. У меня его парень бывший. Да. По внешности, что можешь сказать? Мне нравится. Не, ну на самом деле красивая внешность, да? Согласитесь? Да, мне нравится. По 10-бальной шкале, как вы внешность его оцените? Нравится. Спасибо. 9,5. А ты сколько дашь? 7. Ой, ебать, да больно мне надо, блядь. Я вообще никто не спрашивал, бля. У нее спрашивали, какой телефон, ебаный сыр, блядь. Планочка у тебя завышена, да? Не, ну... Планочка завышена, говорит, блядь, пизду. Мы не идеальны, поэтому не 10. Да, слез, ебаный. Бля, реально пизданул красиво, слышь, респект таким девчонкам, бля, реально просто, ну, бля, сказал, как, блядь, как отрезало, бля. Ебать, у меня поролон акустически оторвался 2 секунды. Как зовут автора ролика, кореш? Слушай, душевно, душевно. Как вы думаете, чем он занимается? Он играет ведь, наверное, в казино какое-то. В казино? Да, ебать, казино, нахуй, слышь, вообще пиздец, блядь. Хуя ли в казино ты играешь, как она вообще-то определила, блядь? Что, у меня глаз наточен, блядь, или что? Да, миллионер. Или то, что хуй надрочит? В принципе... программа участник, в которой там слова отгадывают всякие. Да, участник, блядь, в натуре, блядь. Хочешь отгадать слово, блядь? Ше-ле-юбка. Ржака. По 10-бальной шкале. 100. По внешность. Вообще 100. 100? Ебать, слышу, рвал джекпот, да, реально, блядь. Думаете, да, просто, ух, как нихуя. Зовут его? Его Слава зовут. А у него день рождения, что ли? Вообще да. Будет день рождения, когда это будет? За Славу, повязка. За Славу, ебать, слышу, а им, блядь, только повод дай, понимаешь, ребят. Вообще, как можно, блядь, как можно больше избегать, блядь, алкогольных спиртных напитков, блядь, ребят, занимайтесь спортом, блядь. Лишь бы повод найти, понимаете, блядь. В хорошей машине, ну, обыкновенный типчик. Ух, еще нормально, вот это базар ноль, слышишь, укрепил мое здоровье, еще и закусил, блядь, респект таким мужикам, блядь. Ну, чем он занимается? Да не, ну понятно, что у него в стакане вода налита, это очевидно, блин. У родителей деньги есть. Бля, к сожалению, нет, братан. Хотя теперь есть, бля. Рэпер? У родителей просто деньги есть и все. Да? Ну да, теперь есть, бля. Только вначале у меня появились. А, все на кладмена похож. Кладмен. Нет, я вам хочу сказать, что он порноактер. Для тех, кто не знает, это тот, кто ищет сокровища. Ну, как вы помните, Sea of Thieves мы играли, блядь. Да. А я еще его... Это лицо знакомое, да? Я не видел. Кто? Он порноактер. Да? Да. А я еще его... Это лицо знакомое. Со мной порнуху смотрел, блядь! Балдёж, блядь. Где он эти архивы раскопал, ёбаный сыр, блядь? Знакомое, да? Я не видел. Точно. Порноактер, реально? Да. У меня сосед на него дрочит, по-моему. Вот где я его видел. Короче, мужики, в моем маленьком городе, в Подмосковье, нихуя не получалось снять, поэтому... А что за город, кстати, я так и не понял. Поэтому... Это парк Горького, бля. Я думал, ебать, нихуя себе маленький город в Подмосковье, блядь, но в парке Горького стоит, блядь. Поэтому как похорошела Москва при Собянине, и... Что верно, то верно, братанчик, блядь. Пиздец, как похорошела, блядь. Самое, Что там у нас, блядь? Поправки 36 числа. Приходите, выбираем будущее нашей страны. Плюс 10 косарей. Да и все, в принципе. Девушки, можете оценить моего знакомого? Ну так, на троечку, с 5. Нет. Почему сразу троечка? Ну он какой-то странный, очки какие-то странные. Вот эта вот повязка у всех, этот бань. Какой у всех, блядь? Я первый начал ее таскать, блядь. У всех, блядь. Ёбаный сыр, блядь. Пиздец, блядь. А машина, как вам его? Ну машина-то не главное, ты же попросил пацана. В смысле не главное, блядь, знаешь, когда слишком форточку открывает, блядь, мужики нахуй, девчонки, блядь, зовут приземлиться, так сказать, в их кабриолет, блядь. Что-то я не слышал, чтобы девчонки говорили, машина-то не главное, ебаный сыр. Ну не все, конечно, блядь, все по-разному, блядь, ну. Ну, знаете... Кстати, ко мне сегодня кабриолет приедет. На троечку из 5, да? Да. А из 10 это сколько получается? Excel, да что там Excel, бля, он купил один раз, не побегал, бля, и то потому что потный, бля, слишком. Знаешь, если Люхе пот капает ручьями, я ебу, бля, как капель, блядь, весенняя, блядь. Пизду его, нахуй. Он это не начал использовать как имидж, блядь, понимаешь? То есть это чисто моя фишка, бля, понимаешь? Да не, Илюха, нихуя не первый, ребят, я говорю, он просто разок жопу понюхал, блядь, специально повязку надел по приколу и все, блядь. А у меня реально все, она приросла, ребят, ее хуй отлепишь, блядь. Я как будто клей моментом приделали, блядь. Exile еще в 13 лет носил. Хуйня, ребят, все пиздешь, блядь. Ты ему просто, бля, пластырь большой наклеили на лоб. У него просто лоб узкий был, бля, ему, блядь, слишком большой пластырь. Вот так вот все вокруг всей головы обмотали, и все подумали, что это повязка. Нихуя. Не-не-не-не, пиздешь, ребят. Пиздешь полный, блядь. Не-не-не-не, пиздешь, ребят. Да что пиздешь, бля, полный. Не-не-не-не-не, флаг GK, че флаг GK, блядь? Не, флаг GK вообще красавчик, блядь. Жалко, спиздил у меня мою повязку, блядь.
А с другой стороны, вообще без пизды, блядь. 1000 поделить на 33, это 333. Или, блядь, нет. Шестерка с натяжечкой. Ой, спасибо тебе за подтяжечки, бля, ебать мою попу, бля. Не надо, бля, мне натяжечек, бля, ваших поблажек, бля. Десятку ставим и расходимся, ебаный всех. А ты сколько? Примерно столько же, 5,5. Столько же? Да. Ой, блядь, спасибо, нахуй. Вы бы стали с ним встречаться? Нет. А давайте ой, я... А меня, блядь, вначале спроси, Бартан, бери у меня, нахуй, интервью, блядь, я тебя спрошу. Ты мне просто показывай, девчонка, я тебе буду говорить, с кем я, блядь, это... Стал бы, с кем не стал бы, блядь. Да я чё Леонтьев, бля, не знаю, кто такой Леонтьев, бля, под столиком, бля, кто-то сидит у меня, нахуй, Леонтьев, бля. А, Инстаграм его покажу, Леонтьев, может, полистайте, ну, там другие давай, фотографии. Давай. Ой. Так, сейчас будет 4 здесь. Ну, такой. Такой себе! Сука, ты чё, блядь, какой нахуй такой себе, блядь? Пиздёшь, блядь. Не, в смысле, а я чё, минус Катя, бля, я наоборот говорю, что покажи мне девчонок, бля, я всем скажу, что не очень, бля, потому что у меня Катюха есть, бля. Такой себе, да, блядь, такой себе, нахуй. Нихуя себе такой себе, я сейчас сам листаю, бля, сам бы, блядь, просто булки нахуй растопырил бы, и отъебал бы, просто в рот бы, блядь, просто, бля, все очки бы спермы, бля, все окуляры бы, блядь, все бы эти, все диоптрии, нахуй, спермоты бы залил бы, блядь. Нихуя себе, бля, такой себе, блядь. Пизду ее, блядь. Себе, ну да, 5. 5, блядь, садись, нахуй. Сосись, блядь. Не-не-не, ребят, не-не-не. Да. Короче, нам не очень. Как вы думаете, чем он занимается? Я думаю, он вообще студент. А, там пацан рядом стоит, ебаный сыр, это их парень, блядь. Тут они, слышь, ножки сразу затряслись, коленки. Понятное дело, что они переобулись, блядь. Чем не занимается? Живет на родительских. Да, да. А, охуенная, блядь, дедукция, ебать. Шерлок Холмс, блядь, где Ватсон, блядь? Слева стоит, ёпта, блядь, в 32 зуба, блядь, улыбится, ёпта. Или чё, нахуй? Какие родительные деньги, блядь? Тяжелый путь, ёпта, тернистый путь преодолевал, блядь, сквозь этот, нахуй, сквозь терновник, блядь, пролазил, блядь. Родительные деньги. На самом деле, он киберспортсмен. Чё, это реальный оператор? Ха, тогда извиняюсь, блядь. По совместительству он боксер, он порно-актер. Ну и просто дурачок, в принципе, можно так сказать. Это да. Крыса, блядь. Девушки, а можно вас на минуту? Ебать, реально красанулся нахуй. Можете оценить моего друга? Ой, блядь, какие пафосные, я ебу, слышишь, блядь, пиздец, нахуй. Подбородок так высоко, что скоро, блядь, затылком, ёпты, блядь, лопаток коснуться бы. Ребят, будьте проще вообще, блядь, по приземлению к земле находитесь, блядь. Бля, все на земле, все люди равны, бля, вот что я вам скажу, блядь. Вот и все, блядь. Не надо никогда завышать свою самооценочку. Будьте, бля, будьте просто проще, блядь. Знаете, я не знаю, как воздух, блядь, кислород, блядь. Просто кайфуйте, наслаждайтесь, обволакивайте пространство, блядь. Вот и все, нахуй. Уськи сбрей. Блядь, не пизди. Сейчас я вот, падру свою найду какую-нибудь. Вон есть девушки. Моя дикая Кассандра, игривая падала. Малыш, кофе! Ух, ебать нахуй, краб рейв, блядь. Ба, нихуя себе. Девушки, извините, пожалуйста, можно вас на минутку? Можно и не на минутку, блядь, на один час можно. Секунд. Ну да, пошел я нахуй. Говорить прям все, что думаешь. Все, что угодно, можете и плохое, вообще все, что угодно. Ебать, я, судя по начальному вопросу, она меня сейчас так засадит, я ебу, у меня просто ебучка растечется, все расплавится, как шоколад плавленый, блядь. Смазливый. Смазливый? Ну да. Да ладно, пиздеть, ебать, я брутал, нахуй, меня погонял на Вин Дизель, блядь. Большие поршни, бля, большие мощности, ебаный сыр, бля. Какой нахуй смазливый, бля, я сама брутальность, бля, у меня уже морщины, бля, с детства ебашут, нахуй. Внешность такая смазливая, и он бабник. Ой, какой бабник, ёпта, блядь. Я совершенно моногамный, бля, Катюху нашел, все с Катюхой, бля, за ручку, бля, до конца жизни, ебаный сыр, бля. Я так не рассуждаю, бля. Как вы думаете, сколько он зарабатывает? Ну, давайте... Бля, чё здесь сразу говорят, что я бабник, бля? Вот что за хуйня, блядь? С чего они решили, что я бабник, блядь? Понимаешь, они говорят, что я бабник, потом Катюха уходит, я выхожу такой на кухню, Катюха сидит, плачет, блядь. Она сказала, что ты бабник. Все думают, что ты бабник, блядь. Не надо так говорить, блядь. Я вам так скажу. Во-первых, он спортсмен, профессиональный, он бодибилдер, он это борец, да. Он боксер. Да, все верно, пока все верно. Сомнительно, может быть, это и ну, что-то поскромнее, он тоже не рассказал, что я еще порно-актер, блядь, то, что просто большой шлем, блядь, большие яйца, блядь. Вот тачка. Тогда я добавлю, помимо того, что я сказал, он еще и актер. Актер фильмов порно. Для взрослых. Ну, лям, сколько ему лет? Сколько ему лет? Ну, примерно. Нихуя сразу слышно интересовались, блядь. Сколько ему лет, блядь. Ебать, девчонки, нахуй, заняты, нахуй. Ебаный сыр, блядь, вы чё, блядь. Сколько ему, я понимаю, ребят, то, что, блядь. Ну, уже сразу видно, что позарились, блядь, на большие яйца, блядь. Ну, все занято, ребят. Что там, видос с Кадиллаком будет в тренде стоп-рост. Да нихуя, мои ролики не попадают в тренд, блядь, с такой активностью. Я вообще не понимаю, даже 50-е место не занимает. Это, блядь, это очень странно. Я не понимаю, как это работает. То есть там уже больше 500 тысяч просмотров, блядь. Гораздо больше. Хотя не гораздо, ладно. Сейчас скажу, сколько в лайфтайме.
У меня просто YouTube 541 тысяча просмотров там. У меня просто YouTube банально не уважает. Уважение полностью отсутствует, ребят. Сколько тебе лет, Бустер? Ну, где-то 23, наверное. Короче, может, лям полтора. По 10-бальной шкале, как вы оцените внешность? 6. Шестерка? Ой, бля, я не 6, нахуй, девчонки, бля. Я могу быть 5, я могу быть 7, но я не 6, бля. Забирай свои слова, брат. 6-7. Вы бы хотели с ним отношений? Нет. Если бы он не был порно... Ой, бля, да когда же меня уже спросят, ебаный сын. Ну, Аран с Крейдом был в трендах. Это в игровых трендах, братан. В игровые тренды я всегда попадаю. Я хочу обычные привет. Тренды. Может, я не ту категорию выбираю? А ветки твои надо качать. Я базар 0, братан, я уже над этим работаю. Скоро у меня будет видос с тренировкой, бля, профессионалей. Давай, давай. У меня просто тоже есть друг бодибилдер, блогер, но... давай, просто посмотрим, почему бы нет. Можно попробовать. Базару 0, бля. Ну, как бы ветки, я тоже не сказал бы, что веточки, бля. Может, только если дубовые, бля, знаешь, такие, нахуй. На которых, блядь, просто 10-килограммовая листва висит, бля. И банки здоровенные, бля, синтоловые, нахуй. Хуй тут говорить-то, бля. Вообще без пизды, бля. Протеин втирая, бля, под ногти, нахуй. На актером. Нет, не знаю, смотря какой он человек. Не, внутри он прекрасный. Ребят, человек, я стараюсь быть хорошим человеком. Я считаю, что человек не должен себя оценивать как человек, но я стараюсь, бля, жить по достоинству, жить по совести. И считаю, что, ребят, всем нужно жить по достоинству и по совести. Красин, вы не представляете, он мега эрудированный, он такой начитанный, вы просто не представляете. Он бля, братанчик, я бы тебя реально трахнул бы, нахуй. Время, оно постоянно течет, братишка, время не останавливается, ничего ждать не будет, понимаешь, там, неважно, дела у тебя, дела ему вообще похуй. Мужики, голосуйте, тут это, опрос вылезет, будем девушку для строго искать или нет, поэтому голосуйте, да, я да, тут. Да, давай. Стойте, очки, он на актера похож на какого-то. Нет, очки, а что за очки? Он искайте, потом... А что так за очки, тебе бренд сказать, ёпта, Emporio Armani, блин, как им? А, наебал, Emporio Armani, дорогие очки, это Armani Exchange, бля, 5000 оправо стоит. В очкарике брал или как линзмастер, блядь, хуйня какая-то ебаная. Скам там вообще другой чувак. Там похож. Вы не узнали его, что ли? Ничего. Это чел, который зазвездился сейчас. Кто? Чел, который зазвездился сейчас. Ты что, берега спутал, ебать? Ни одной звезды, блядь, не поймал. Че, ебаный сыр, блядь? Че, си, нихуя она позорнула, ебать, кочеряла, я ебу, блядь. Говорит, чел, который зазвездился сейчас. Вы это слышали, насколько уверенно это пукнуло, блядь? Это вообще пиздец. Сейчас. 5 секунд. Сейчас интересно, правда. А какой зазвездился, ебаный сыр? Я говорю, блядь, те, кто ко мне подходит в жизни, бля, я максимально, ну, бля, все подтвердят. То реально, кто с тобой подходил фотку, если они, ну, они могут подтвердить, что общение максимально простое. Так, сейчас я вам вопросик спрошу. Ты его знаешь? Да, ну конечно. А чем он занимается? Я чё, ебу? Охуенно знает, ебать, сразу видно, слышь, за творчеством следит, я ебу нахуй. Я смотрю, он популярный, думаю, ну его нахуй. Он снимается... Нихуя себе логика, блядь. Так, ребят, так нельзя судить, понимаете, блядь. Вот я говорю, очень часто мы складываем, блядь, ложное мнение, понимаете, о людях, блядь. Я говорю, не пообщавшись с человеком, блядь, нельзя складывать свое мнение, блядь, так сказать, формировать свое впечатление, блядь, какой-то личности, блядь. Я смотрю, он популярный, блядь, пошел он нахуй, ёпта. Так как я как должен рассуждать, блядь? Я смотрю, ты непопулярная, блядь, пошла ты нахуй, блядь, или чё? То есть так не работает, ребят. Мы очень, я говорю, мы очень часто фурункул... Ну, короче, похуй. Порно. Все, да ладно, ладно. Это не основная его деятельность, не переживай. Что? Сразу, блядь, Инстаграм полез, я ссылочку, блядь, брать. Писюн мой гатюха забронировала, ребят, забронировала. Давайте, он музыкант, тиктокер. Ну чё, его во всянке еще форсится. Да нет. Хотите его трек оценить? У нас на здесь сторона. Включите его трек. Давай. Я еще вот так у него сантиметр. Ебать, она, слышишь, вообще, бля, пиздец, нахуй. Блин, большие яйца, большой пиз, большая головка, бля, большие лохматые яйца, бля, перепелиные, бля, Это про меня. Большие яйца, А вы слова понимаете? Послушайте. Большой член, большие яйца. Ой, нихуя себе ебать, не понимаю, блядь. Большой член, большие яйца.
Я тебе ебать большие. Сколько? Нельзя потрогать! Мажорчик просто. Нет, мажор просто в машине сфоткался с папой. Бля, они бы знали, как у моего папы машина, бля, корыто такое, пиздец, бля, лучше он на велосипеде бы ездил, бля. У него такая ржавая хуйня, пиздец полный. То есть он реселлер? Хотите послушать его? Да, реселлер, бля, чё я перепродаю, бля, большие яйца, бля, большой пенис, бля, или что нахуй? Реселлер, бля. Я, понимаешь, я ресейлер, бля, позитивных эмоций, бля. Я ресейлер, бля, нейромедиаторов, бля, понимаешь? Я пытаюсь, бля, людям... Причем, знаешь, я бы не сказал, что это ресейлинг, бля, потому что я не занимаюсь, знаешь, какой-то спекуляцией и так далее, бля. Это больше, знаешь, такое, типа... Как бы это назвать? Как бы это, бля, чтобы... Ну, это, знаешь, это такой больше аскетизм, бля, знаешь. То есть я ничего не жду в ответ, понимаешь? Я просто стараюсь, бля, как-то... Ой, мужики, с батей там отдельная история, блядь, это... Очень тяжелая история, ребят, очень... Давайте пропустим пока тему, не хочу говорить пока об этом, блядь. Вам понравится, 100%. И он есть в чартах, вы 100% его слышали. Большой член. Подпевает, стоит, блядь, че, большой член. Большие. Альтруизм? А что такое аскетизм? Ну, перепутал, блядь, и чё? Блять, я перепутал, нахуй. Ну хотя ладно, я тоже аскет, мужики, аскетизм, блять. Хорошо, альтруизм, блять, чуть перепутал, блять, чуть-чуть, нахуй, в моем, блять, ну так сказать, в моих чертогах разума, блять, слова перепутались, да, и что? И что, блять? Кайф. Как вы думаете, сколько у этого человека, какой у него размер? Ну раз он поет в песне, что у него большой член, большие яйца. 5, 3. Какие 3, бля, ёпта, я бы сейчас вывалил нахуй свою, ёпта, болтяру, бля, свой сапсан, нахуй, просто, бля, на железнодорожную полосу, ёпта, у меня такой пенис, бля, лимузин, ёпта, блядь, я ебу майбаха, блядь, погоняла, нахуй. Если бы он подъехал... 5, блядь, я говорю, у меня 5, нахуй, ну что 5, 5 умножить на 5, если, тогда, говорю, в проруби достойный размер получится, блядь, и то, нахуй, значит, если как-то слишком сильно, блядь, погрешность брать. Вам на своей ласточке. Это сразу был бы ваш типаж. Бля, Вин Дизель за рулем, нахуй. Я первый к вам добавлю, девочки. Вы не представляете, сколько к вам прибежит молодых перспективных парней в возрасте где-то 12-13 лет. Спасибо вам большое. Чуваки за бустера ебашут фонтан, пацаны, блядь. Пацаны, вы вообще ебнутые. Девочки, хотите с ними прыгнуть? Бля, может тоже пойти в фонтан просто без трусов заползти, бля, я не знаю. Просто в парке Горького видосе, я знаю, как я без трусов залетаю в фонтан, бля. И сразу, чтобы сразу все, бля, знаешь, слухи развеяли, что у меня маленький пенис, бля, маленькие яйца. Ну ладно. Как говорится, 3, 2, 1. Пацаны, за бустера, ебашьте. Бля, пацаны. Давай, братан. В кроссовках ебашут. Если что, это не мои друзья, я их первый раз в жизни... Да вам пиздеть, небось, с кентами пришел, нахуй, как увидел, что они голышом, бля, прыгают, сразу слышу это... Сказал, это не мои друзья, сразу переобулся, понял, бля, отвернулся, нахуй, от кентов, бля, вот так и бывает, знаешь, бля, вроде с кентами тусуешься, бля, а потом что-то какой-то кипиш, бля, да если что, ребят, не мои друзья, это я вообще их первый раз вижу, блядь, я не знаю, кто это такие, нахуй, я их ни разу не видел, блядь. Ну, так всегда, ребята, бывает, блядь. И это была их идея прыгнуть. Дай попиздеть, попиздеть, блядь. Хотите послушать его трек? Хочу. Давайте, пацаны. Хотите послушать? Кто это такой? Как вы думаете, кто этот парень? Русский? Да. Русский. Ауди под жопой. Как вы думаете, чем он занимается? Раз у него Ауди под жопой. Она мульта 2 стоит. Музыкой. Бля, как вы угадали? А, потому что я про трек только поговорил, да? Хотите трек заценить? Давай. Вы 100% его слышали. Давай. Подержите, пожалуйста. А, что я подержу? У меня он тут, блядь, включается. Ебать, я долбоёб. Большие яйца. А вы чё, мужики, блядь? А куда реально, блядь? А вы чё, не поняли сначала? Нихуя себе ебать, блядь. Нихуя себе ебать. А может, ты ж можно нахуй начать эту песню в ТикТоке продвигать, ебать? Может, реально только песни про член записывать, блядь, целый альбом про член выпустить? Мне кажется, надо, блядь. Блядь, мне кажется, это разорвет, нахуй. Знаешь, под такие под космические бинты. Ой, бинты, бля, ебаный сыр, ебать, я, бля, санитар, блядь. Биты. Знаешь, под такие, типа. Ну, такой, типа, дип хаус получится, блядь.
Большой член, большие яйца. Нихуя себе, ебать, большие яйца, бля. Я бы даже вот так вот чисто. Ух, бля, нихуя себе. Они что, на джебельку? Большие яйца, а, джебельки наиграл. Большой член. Нормально? Да он, небось, зашазамили и пошли домой, слышно, репите слушать, блядь. По-любому этот трек все на репите крутят. Пиздец. Не, ну, конечно, балдежно в этой вашей Москве. Собянин поработал вот так вот. Короче, мужики, если вам понравилось видео, обязательно вот ставьте. Ну, во-первых, там такая кнопочка, она, по-моему, красная, да? И, по-моему, дурачки говорят, сделайте красную кнопочку серенькой, да? И обязательно ставьте там вот такая штучка. Ну, вы... Пизду. Ставьте, знаю, что хотите. Такого дурачка, и, кстати, блядь, под этим видео в описании будет ссылочка на группу ВКонтакте. И там будет опрос, что мы делаем в следующем выпуске. Поэтому, если давайте вы хотите принять так участие, же, если вы хотите, чтобы ваш голос хоть как-то, ну... Блядь, спорим просто. Вот все девчонки, блядь, 18+, которые посмотрят на строго, блядь, 3 балла. Вот 3, где-то в этом диапазоне. Хорошо, 3,5, блядь. Если вот совсем погорячиться, если совсем, блядь, миопия прям жесткая, такой близорукость, блядь, со стигматизмом причем, то 3,5. Не больше. Я вам так скажу. Повлиял на дальнейшие выпуски, то обязательно переходите, и вы можете там в комментариях писать что угодно, я буду прислушиваться. Может, вы какие-то рофлы напишите, и я буду все это вставлять, и это будет мега пиздато, пацаны, поэтому это как бы совместная работа, и если вы хотите принять участие, welcome, потому что вы пиздатые люди, вы пиздатая аудитория. Спасибо вам большое, и в принципе можно... Слава, смотрю твой стрим. Застал момент, когда ты говорил... Да, брат, согласен. Бля, ну просто в жизни... И очень много, сказать, ребят. Если мы не видим... Реально цените, мать, слава, а тебе здоровье. Спасибо большое, братан, спасибо тебе большое. Сейчас ты многим людям доставляешь кучу эмоций положительных. С мапки можно, да, да, много с кем можно. И пошел поржать вообще прям жестко. Боржом бы схлопотать, знаешь, конкретную. Братан, спасибо тебе огромное, спасатель, спасибо тебе большое за 500. Бля, мужики, понимаете, просто реально проблем на земле столько. Если мы их не замечаем, это не значит, что... Они отсутствуют, понимаете? Если проблем в вашей жизни нету, это отлично, ребят. Но, к сожалению, бля, рано или поздно, блядь... Ну, не бывает жизни без проблем, ребят. Вы должны понимать, что жизнь — это реально, это зебра. Не бывает жизни без проблем, поэтому... Наслаждайтесь, цените момент, когда вы здоровы, когда у вас все хорошо, когда у вас ничего не болит, когда вы просыпаетесь утром, у вас, блядь, не ломит, блядь, спину, нахуй. Мапки сразу засубскрайбнулся, блядь. Да, да, просто спасибо. Реально наслаждайтесь жизнью, блядь. Потому что реально, к сожалению, ты иногда просыпаешься утром, и у тебя язва, грыжа, блядь, там неважно что, блядь, она пиздец как болит, и ты понимаешь, что как же было охуенно, блядь. Но время ты уже назад вернуть не можешь, блядь. Вот в чем весь прикол. Можете присоединяться, у меня здесь балдежно, я весь грязный, ну и похуй. Балдеж, 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 балдеж.